Привет! Всем привет! Сейчас я снимаю этот фильм короткий с РЦ Адамант. Это РЦ Пятерочка. Распределительный центр X5 Retail Group. Пятерочка. Это Шушар и Питер. Очень неэффективно работают здесь. Вообще вся российская система, я так понимаю, на это строится. Очень долго ждешь. Вот я сейчас стою 2 часа. После выгрузки я выгрузился, стоит 2 часа, чтобы мне отдали документы. Ну просто чтобы мне отдали на эти документы, да. Платные эти, которые там отметят, что я выгрузился. 2 часа просто жду. То есть они все делают по звонку. На рампу заезжать по звонку, как здесь говорят, ворота. Это не рампа, ворота по местным обычаям. По звонку все звонят, говорят номер. А вообще я здесь 10 часов. Весь день потерян, просто чтобы стоять и ждать. Весь день потерян. А мне еще разгружаться. Сейчас уже 18.15. У меня на 18 выгрузка на ЗТЛ. Это нужно будет ехать в Питер туда, на улицу Седова. Там еще выгрузка. Пол трейлера. Огурцы и помидорки. Я целый день здесь стою. Жара нормальная такая. Зайки точно. Перемещаюсь, там постоял, тут постоял.